Депутаты либеральной партии покинули заседание парламента в четверг и намерены бойкотировать дальнейшее вплоть до объединения Молдовы с Румынией. Причиной для бойкота послужил очередной отказ руководства законодательного органа от созыва спецзаседания на 27 марта, приуроченного к столетию со дня объединения Бессарабии и Румынии. Председатель парламента Андриан Канду в очередной раз напомнил, что право на созыв специального заседания парламента есть только у президента, спикера или по инициативе минимум трети депутатов, тем самым отклонив просьбу либералов. Отказ возмутил председателя либеральной партии, который заявил, что депутаты фракции больше не будут участвовать в заседаниях. В знак протеста мы покидаем зал заседаний парламента и не вернемся до тех пор, пока не произойдет объединение с Румынией. На решение либералов покинуть заседание законодательного органа отреагировал председатель фракции ДПМ Мариан Лупу. Они объявили, что не вернутся до момента объединения Молдовы и Румынии. Так как Унирия никогда не состоится, следует понимать, что коллеги покинули нас навсегда. Скажем им «до свидания». Cam asta a fost de procedură. Trist, dar realist. Mulțumesc. Мариан Лупу также напомнил коллегам, что они являются депутатами парламента Республики Молдова, однако если они придерживаются иных убеждений, то их нахождение в парламенте противоречит моральным ценностям и их собственным убеждениям, добавил глава фракции ДПМ.